Так, ну что, ребят, значит, у нас начинается одиночное выживание. Самый прикол, что для меня это вообще нифига не привычно. И мы с вами отправляемся в город за, казалось бы, не совсем нужными вещами, но в данном случае полезными. Соответственно, чтобы построить укрытие для того, чтобы спрятать наши дорогие вещи. Я скинул Гохе все самое ценное. О! Просто идеально. Все, я думаю, нам больше ничего и не пригодится. Наверное, как лучше со стороны крона, наверное, вот так. Ну, типа нормально. Ебать. Не, ну слушайте, его не видно. Вполне все нормальная штука. Складируем все наше добро сюда. Блин, у меня сейчас такое приятное ощущение, что у нас все получилось, это прикольно. Спасибо тебе, топор, ты слушал хорошую службу. В шалаше теперь у нас полно всего полезного. И давайте осмотримся теперь, как он будет выглядеть со стороны. Блин, да никак он не выглядит со стороны, его не видно нифига вообще. Если только человек прямо не пойдет и не уткнется, не да и то. Вот так, иду, можно внимание не обратить. Только если вот так вот прям в него уткнуться, тогда его видно. И это продолжение нашего выживания в Дейзи. Сегодня у нас в планах наконец-то экшончик. Ну, как бы в прошлой серии был достаточно экшончик, и, сука, мы убили четверых или троих людей, причем совершенно не ожидая этого. Ну, из них, правда, две кепки было, но типа похуй вообще. Ну, официально одна там кепка. Официально сейчас. Одна кепка, реально, да. У того был дигл, как бы, между прочим, да. А, вижу. О, видишь, как. Ну, то есть вроде бы не сильно заметно, но если искать, то найти можно, как я и сказал. Короче, мы с тобой сегодня держим путь в центр. Ну, не в центр карт, как мы. Я уже сам забыл свой маршрут, который я предложил. Ну, типа, в этот, в старый собор. Старый в старый собор, да, и пролутать эту зеленую гору, и около нее этот, Зеленогорск. А, мы, ну, сначала мы на корабль, короче, поэтому я пойду захвачу все дело. Все он будет. Че за бред? Ты больной? А, чего? Она с магазином. Давай возьмем. И с глушаком. Так, нож быстрый слот, калашу второй слот, бинт сюда, адреналин сюда. Все, я готов. А, еще фильтр вот сюда. Так, у нас очень мало времени, ребятки, поэтому надо действовать быстро. Так, что это? Обойма на калаш вижу. Еще одна уличная обойма на калаш, который слабенький. Так, сейчас я посмотрю сначала правую часть. Я наверх, наверное, подниматься в верхней части не буду, правой, потому что... О! Свал! Где патроны, где обойма? Найдем, этот лапс. Видели уже, значит найдем. На схрон уйдет просто, все. Блин, уже не зря вернулись. СГ-5К магазин, который мы нашли. Так, почти половина противогаза. Еще раз проверяю здесь. Так, быстренько каюты пройду. Быстренько, быстренько. Так, половина ровно. Сколько осталось шуток? Много. Магазин на МакЦ, окей. Около трети противогаза. Проверяю вверх. Вот тут я помню, что-то вчера нашел. Быстренько. Ничего. Спускайся, мудак, спускайся, мудак, спускайся, мудак. Чисто, чисто. Что-то есть. Еще один магазин МакЦ. Ой, СГ-5К точнее. Быстрее, делай все это. Около четверти противогаза. Проверяю последнюю комнату и ухожу. Глушитель. На М-ку. Все, похуй, ухожу. Около 1/5 противогаза. Будет смешно, если жадность твоя разгубила. Да нет, сейчас я все рассчитал. Все, вышел. Ровненько. Да, на доску. Ну что, свал? Надыбали. Причем он поврежденный, магазин МакЦ, глушитель и два магазина на ствол, которые мы только что дошли. Причем самое обидное, что мы видели магазин на свал, один на базе, и мы его выбросили, по-моему. А больше даже, чем один. Я вспомнил, куда мы с тобой еще должны зайти. Я же вчера об этом говорил, или позавчера, и забыл. Красностав я хотел посетить. О, шалаш. Не понял. А, это ты спиздил все. Не понял. Гоха. А, чё? Скинь мне набор для чистой оружия, хочу починиться с Г5К. А. Человек-закопщик. Блин, ну мол, человек, но это пиздец какой-то уже. Я просто захожу с кем-нибудь и говорю, привет. У меня для тебя есть много вещей, но нам нужно сначала найти лопату. И мы ходим, блядь, весь день ищем лопату. Взрыв. Волк! Слышишь? Справа вони, давай левее обойдем, левее обойдем, левее обойдем, левее. Левее, левее, еще левее иди. Очень близко к тебе будет. Ну пизданем его, какая. Да там много их, я еще патроны тратить. У меня опять магазин красавик. Бум! Ебать! Красностав, походу. Да.
Вовремя мы ушли. Сзади! Трое всего? Не может быть. Может, патроны закончились. Ух, ебать, меня дикл покоцался от нескольких выстрелов. Слушай, у тебя есть чинилка? Да. Давай, я починю сразу. Он такой некрасивый стал. Что это за место? Так, какой-то блокпост впереди, да, или что это? Да, мы это здесь! Мы немножко мы лево ушли. Смотри, блядь. А чё под ней? А под ней дигл, блядь, охуенно. Да заебало мне это говно. Там чуваки приходят к какому-то типу и говорят, ты где лопату оставил? Говорит, на куче, а чё? И въебало, короче, пролетает. Градусник засунься в жопу. Ё? Я потанцевать нельзя? Иди сюда. Да. Откуда ты потанцевать? Ты заебал. Блять, тут. Извини, ты знаешь, мем танцевать? А! Кто стреляет? Тебе? Нет, знаю, не знаю. Со стороны, откуда мы пришли, Гигант? Нет, наоборот, по-моему. Со стороны, откуда мы не пришли. Через 5 минут, сука, еще и рестарт. Вот что этот город такой активный? Постоянно кто-то воюет. Половая активность. Повышенная. Высматривай, короче, хуесос. Этого надо убивать точно. Кто дерется зомби? А что это он стрелял, интересно? Ты с зомби дрался? Нет. Кстати, когда дрался? Сейчас прям? Ты целишься меня из магазина? А, в магазине я сижу напротив колонны. Сейчас а ты где, чтобы я... Я прям вот медичку сейчас зайду. От нее буду играть. Двери сейчас закрываю. Я почему-то прям чувствовал, что он стреляет с этой, с горы. Но обычно тебе лучше по звуку. Мне кажется, что вот с левой горы. Ну ты смотри туда, откуда ты думаешь. Я смотрю туда, откуда я думаю. Он сюда может бегать. Зомбак там мимо его окна прошел. Ты бежишь? Нет. Звук был в твоей стороне. Ну все, понятно. А мне показалось слева от тебя. Ты издеваешься с наушниками, правильно? Да, правильно. Их неправильно нельзя найти. У меня тоже AirPods, у меня нельзя их найти. Значит, он около тебя, на твоей стороне. Сейчас я позицию утра поменяю, чтобы я мог видеть. Я там и слышал, что кто-то с зомби дрался, кстати. Может, их двое? Может быть. Так. Я тебя вижу. Ебать, вот сейчас это прибыло по тебе, по-моему. Блять, по мне. У меня. Прям у входа. Забрал. Вижу его. Тебе заходит. Три раз попал. Убил? Да. Красава. Закрывай, закрывай дверь. Все, сейчас зомби отстреляем. А у меня еще, прикинь, какая проблема была. Я в него 357 минут стрелял, потому что у меня сраный прицел не переставляется. Нет, тут еще один. Я мертв. Пиздец, я обосрался. А, ты еще и забрать ничего не успеешь, потому что рестарт ебучий. Он с дробовиком, с двухстволкой, да. Ждать рестарта? Я выкинул салат, ну да, сейчас рестарт. Ну я отойду пока. Все, рестарт. Алло. Жень, можешь спросить, пожалуйста, у гостя, он чувака убил или Ван Кунь кинул? Куда кинул? Ну, вырубил или убил? Ну, он вроде вырубил, сейчас спрошу. Алло. Да-да. Он сказал, так странно, меня в очередь закинуло. Может, сервер не поменялся, а Гоша не кидает в очередь. Он сказал, что он не понял. Но тот упал, так непонятно. Пиздец. Я ему в спину настрелял очень-очень много. Я просто не знаю, мне надо знать, просто с двумя мне воевать или с одним, это очень важно будет. Поэтому, ну ладно, если он не знает, значит не знает. Сервак пока не работает, Жень. Ты спрашивал. Гох, тебе экран показать? Он спросит, показывает, как он будет чуваков убивать? Да не надо. Не, можешь показывать? Показывай. Включил. Блять, ну это очень стрёмно, потому что если он первый зайдет, он откроет комнату и меня... Ой, блядь, 20-й, ну сука! Ну пизда, всё, меня убили. Первый. Гош, ты первый. Блин, ну как так-то? Ну всё, меня убьют, Гох, меня убьют. 100%. Он говорит, его убьют, Гох, меня убьют. Вот. Блин, самое ебучее,
что я не знал, что ко мне заходят. Это так обоссано просто. Из-за того, что зомбаков много вокруг было, я не знал, что... У меня та же ситуация. У меня много... Вот сейчас смотри, что я в очереди, смотри. Сейчас будет пиздец. Если он меня целит, если он знает, в какой комнате я вышел, меня сейчас убьют. Если он не знает, то у меня есть шанс. Я с калашом в руке, прицел я снял. Так, сейчас будет первое, возможно, убийство калаша или первая смерть. Наша. Точнее, моя. Главное, чтобы чувак был один. Если двое, то и меня пизда. Потому что того я должен был ванку кинуть, а ты его должен был добить с дробовика. Ну, я вроде... Да, но там, ну, как бы... Нулевой, все, смотри. Так, пиздец, 15 секунд. Все, сейчас либо я умираю, либо я убиваю сейчас. Dead or alive. Я ухожу, меняю позицию. Пиздец просто какой-то. Есть! Пошел нахуй! Я понял, сейчас. Кто-то еще. Ну, перепрыгивай. Да патронов нет. Гоха, сейчас пизда мне будет. У-у-у. Так, быстро, все. Гоха, еще один выстрел был, ты понимаешь? Да, я слышал. Значит, там их либо трое, либо того ты не добил. Возможно. Только я не знаю с чем. Тот, который на меня выбежал, он с двух стволков. Блин, дигл есть патрон. А че он не поизряжался тогда? Сука, у меня на дигл все это время. Заклинило. Он целый. Я кушаю яблоко со вкусом снаряжения патронов. Фух, адреналинчик нахуй просто зашкаливает. Но факт в том, что еще остался один. Минимум. Да. И плюс надо еще с себя вещи будет слутывать. А у меня крови нет. Сейчас зомби не успокоятся, и я выйду. Из игры. Не, из игры зачем? Это будет нечестно. Я сейчас мог вообще не заходить в игру, оставить свой калаш при себе, но я же рискую. Потому что не так интереснее. Че, Гох, как думаешь, переходить? Выходить? Ты рассмотри за меня, чтобы мне было спокойнее. Гох. Да я вижу, я смотрю. Готов помогать? Я просто тоже, мне нужен второй глаз, чтобы ты сказал, если я его пропущу. Так, зомби вроде нормально. Так, я пойду проверю сначала труп. А, ты опа, бам нахуй. Ну это звук какой-то очень такой, бабахал. Тундра. Бабахал его. Быстрее! Он за мной, прям стреляет меня! Сучина. Нет. Меня сейчас убьют зомби. Две анкунси, пиздец уже. Он, ты думаешь, он мертв? Ну, я надеюсь на то. Он тоже вырублен, может быть. Блять, у меня там по-любому порезов пизда сколько. У меня и так крови нет. У меня персонаж умрет просто, и все от естественных причин. Да, экран серый, все, я сейчас умру. Бляха-муха, он жив. Быстрее, открывай, мудак. Заходи, мудак. Все, я без пореза, смотри. Чего? Так, калаш там на улице валяется. И дигл, серьезно? Вон, по-моему, дигл. Блин, непонятно, умер он или нет. Вон, по-моему, он лежит, да? В траве. Стреляет кто-то. Блин, надо выйти за калашом срочно. Стреляет, и все еще стреляет, по зомби. Возможно, ты его вырубил. Все, загрелись, тихо, тихо. Он справа где-то. Короче, знаешь, что я думаю? Если они играли в компании, он дал инфу, наверное, что мы друг друга убили. И этот придет сюда лутаться. Я его убью. Может быть. Блин, еще один остался, это пиздец. Где он, этот один? Вот он. Все, меня убили.
Третья очередь. Сейчас самый ответственный момент. Спиздили схрон. А ты там у него? Ну, я в нем. Я тогда пришел с оружием и задался вопросом, как мне это все складывать, потому что там нет места. Тисы называется в честь деревни с тремя домиками. Заебись просто, да? Угу. Так, ну, все спиздили. Да ладно. Да. Химза? Ушла? Ёбаный шашлык. Не ожидал, конечно. Я взял в руки М-ку. Поставил на нее глушитель и большой, самый большой магазин из-за того, что там лежало. На случай, если спиздить, чтобы оно сохранилось. М-ка у меня в инвентаре осталась. С КС мы М-ки пойду. Остался, грубо говоря, один магазин на 40 и еще в инвентаре дополнительно 13 патронов. То есть у меня не так уж и много пуль, на самом деле. Так что, по-хорошему, мне надо калаш, на самом деле, взять. Но его надо раскапывать. А чем его раскапывать, я и не ебу. Куда мне идти еще раз? В Орку. А что дает? Прямо? Ну, у него практически сразу после первого покачки идет вилспин. А потом еще через три супер велосипед. Здесь лучше тачить, чем для этого. Блять! Иди нахуй! Ты... А я что я ему сделаю-то? Я же ничего не вижу. Ты крикнул, я обосрался. Ну не вижу я, ну не вижу тебя. Волки, да. Вижу. Минус один. Еще есть желающие грызти? Че, он один? Не может быть. Бывает. Ладно, снять шкуру. Как же я испугался, ёбаный нахуй. Я
Он не выл. Вот в чем прикол. На кого-то другого, что ли? Так, я в верхнюю дубровку пришел. Не, если хочешь, пойдем, но я могу что сделать? Я могу. Я могу залить на YouTube. А! Да сука, опять, блять, выпрыгнула хуйня! Блять, ты меня пугаешь, но я. А я думаешь, не пугаюсь, блять, этой хуйни. Блять, нахуй так пугать, это пиздец какой-то. Я в доме тебе закрылся, мне похуй вообще. Иди сюда. Ладно, иду. Реально? Ну да. Тогда пока посижу. Я пойду пока за серию залью тогда. Как же я охуеваю каждый раз. Они без предупреждения, вот почему это страшно. Стоп, что? Ты у меня уже, нет? Нет, конечно. Где-то в пизяте не буду полезу. Очень много волков на меня воют. Знаешь, что меня бесит? Ну? Я перебежал каких-то поселочных дорог, там, тут, наверное, 5-6. Я не могу понять. Я, мать вашу, бегу, потому что, если я перебежал, то я должен быть в горке уже. Блин, ну, судя по звукам, их здесь столько, что я их не перестреляю. Это пиздец, Гок, ты потом послушай на записи, у меня через каждую секунду вой. Он не прекращается. А, ну я еще туда бегу. Да тебе, походу, лучше уже не бежать. Ну, в смысле, что ты останешься, что ли? Да здесь пиздец, просто вот послушай. Пиздец какой-то. Слышишь? Нет, как-то мне наушники. А, она так не работает, да? Ну у меня просто, я тебя даже не слышу, у меня не прекращается вой через каждую секунду, я звук делаю тише. Я просто, ну типа волков 20, я сейчас не шучу. Я не знаю, как мы их будем отстреливать. Блин, я сейчас хочу их пистолет, но если открою, я труп. Они перед дверью стоят, и головы даже торчат иногда. Подожди, сейчас был звук выстрелов, не слышу? Нет. Где-то между нами стоят. Мне напрягает одно, когда я игру разворачивал, слышу звук смены оружия, хотя сам оружие не менял. Такое, вдалеке. Пиздору. Бля, я охуею, если я пойду куда-нибудь не туда, куда хотел. Я охуею, если мою коморку, блядь, с волками по сути сейчас. Блядь, ну это вряд ли. Ну хотя, возможно, все. О, блядь, я вижу какую-то хуйню. Тихо! Подожди, чувак. Они где-то справа гавкают. Они на кого-то нагрелись? Да, по-моему, у меня кто-то здесь есть. Но я типа не уверен. Понял. Я ж... Да, у меня человек! Он стреляет в волков! Понятно. Выхожу. Фонарик вижу. Нет. Тихо, молчи. Убью сейчас его. Он с фонариком отстреливает волков. Убил. Нихуя ты жесткий. Одного. Но я волк теперь. Ну, в домик закрылся. Да. Я не уверен, что я его убил, но это контрольный сделать. Сделал. Закрываюсь. Ух! Так. Хорошо. У меня фонарик теперь есть. Я не знаю, что у него, правда. У меня теперь еще и зомби. Я вижу горку. Так, ну с волками надо что-то делать. У меня осталось 23 патрона. 40. Я не просто так слышал звук перезарядки. Он услышал волков, волков пришел меня убивать, видимо, а потом охуел. От того, что... Волков-то много, блять. Волков-то немало, не просто так я тут сижу. Волков немало, получаем поебал. Волки отагрились, но никто их не убивает. Они бывают просто убегают. Не-не-не. Тогда, когда мы сидели на военной базе в бункере, они нас до утра ждали, и мы их в итоге все равно убили. Так, сколько у меня прочности в одежде? А, нисколько, понятно, но я не удивлен, в принципе. Но теперь я до тебя точно не пойду лутать, я теперь не уверен, что это не игроки. Он мог быть вполне не один. А друг просто не пошел, потому что там волки. Кто-то топал, по-моему, в правом доме от меня.
Блять, опять какой-то пиздец пришли. Ну, блять, ну я сейчас опять сдохну совсем вообще. Поэтому мне все равно надо дождаться тебя, чтобы ты, если что, убил бы хотя бы того, кто меня убьет. Это с чуваком разбираться. Волки пришли опять. Но на меня ли? Волки пришли не на меня, Гух. Блёво, он мимо пробежал на похуй просто. На кого-то агрится в дальней стороне города. Блин, меня напрягает, что в городе есть еще один человек, а я его не вижу. Я не увижу. А кто-то ходит по камням, получается. А меня кто-то бегает, за ним волк бегает, по-моему. Он, сука, не убивает, не палится. Ну, понимаешь, что если он выстрелит, то я его убью тоже. Блин, главное, что ты не с его стороны зашел, потому что я слышу прекрасно. Точнее, человека я не слышу, но я слышу прекрасно, как волк бьется у кому-то в стену. Кто-то сидит в доме, ссытся. Отвечаю, не палится. Я могу выстрелить в небо. Ага. Ну, чтобы понять, если ты услышишь мой выстрел, будет хорошо. Один раз выстрелю. Выстрелил? Справа от меня очень близко. Справа и сзади от меня очень близко. Прямо буквально в расстоянии города. Понял. Ты правильно идешь. Не хочу я идти, блядь, никуда. Я замок теперь нихуя не услышу. Ну все. Я практически пришел тогда. А я, знаешь, в чем проблема? Я тебе не смогу нормально объяснить, где я. Сейчас я встану, окей. Пусть меня убьют, пусть меня кемпят. Короче, смотри. Дом, у которого есть веранда, он стоит у дороги. И на другой стороне от него палатка. У меня человек с красным фонарем. Все, вижу его, вижу человека. Я с красным фонарем, не иди знаю, сюда, лег. Иди сюда, иди сюда. Лег. Иди сюда, иди на меня, прямо на меня, вот я впереди тебя, ровно на меня. Забегай ко мне. Отстреляем его. Открывай. Закрывай. Так, вот теперь хотя бы есть команда. Ты свети, я буду убивать. Заебал. Ну, короче, я уверен, что кто-то еще есть в городе, поэтому будьте настороже. Короче, смотри, какой план. Я сейчас положу эмку на пол и выйду в руки, возьму вещи трупа. Так, ну вот ствол один я принес. Блять, я запутался, я не вижу трупа. Вот он. Ой-ой-ой, у него прямо... Ой, хорошо! Чувак, это просто лучшее, что я мог найти. У тебя батарейка есть? Господи, каков шанс, что мы именно такого типа встретим? Знаешь, что у него есть? ПНВ? ПНВ прицел на М-ку. Но М-ка моя без прицела, сука, понимаешь? Поэтому я не ору сейчас от счастья. Мы в шаде от того, чтобы все было хорошо. Не, ну смотри, у него СГ-5К. У него прицельная планка правильная, верно, для М-ки? Можно поставить, все. То есть все хорошо. У него не просто так были патроны, которые у тебя. Понял, да? Блейз. У меня нет места. Это пиздец, у меня нет рюкзака, мне это прям просто ненавижу эту игру. Ну почему у меня нет рюкзака? Я хочу, у него с охотничьим прицелом, представляешь? Я ничего не могу с этим сделать. У меня все, что у него есть, мне все это нужно. Но я не могу это вот, все, что лежит на полу сейчас. А с чего мне менять, если мне и то, и другое пригодится? Че? Это человек. Я его не увижу. Ты думаешь, он лутает? Он топает слева. Тихо. Назебал. Бля. Цветочка. Бля, ты понимаешь, что это было тупо? Да он стоял на трупе, я же слышал, как он вещи подбирает. Во, во. Открываем? Да. Не меня свети. С тобой? Да, убил его. Заебись. Бля, сейчас спецзомби! Контролер. Ух, я спрятался в доме. Сейчас, я вот херово законтролил, надо его ебнуть. Все, заходи в дом какой-нибудь. Какая-то хуйня. Куда мне все это? У него рюкзака тоже. А, у него рюкзак, по-моему, был. Знаешь, там прикол в чем? Я не смогу сменить оружие, потому что у меня в руках М-ка. Короче, пиздец просто. Ну это кепка, по-моему. Ну относительно. Чего? Да это, по-моему, глушак. Так работает. Хуё. Окей, блять. Хуё. Блин, ну каким хером они все безрюкзаковые такие? Автоматика! Вижу! Вижу. У этой, у палат. Тихо. Понял, вижу. Ты лег или умер? Ну, пока лежу. Не знаю, может, не хочу.
Я встаю, у меня нет хп и кровь течет прям жестко. Не вижу человека. Перебегай ко мне. Сразу назад. Блять, я умер. Понял. Пиздец. Меня добили, да? Нет. А сам умер? Что? Почему? Ладно. Я не заметил, что у меня порез был, оказывается, поэтому сейчас я тоже могу умереть. У меня кровь пустая. Ай, бля, ебануться. Без фонарика он был, да? Да. Надо обналичивать и убегать. Ну, по-хорошему. Убегаю. Там много хорошего осталось, но я хотя бы Блейз спиздил. То есть в минус мы не ушли. Как минимум. Учитывая, что ночное видение теперь есть. Но жалко мы... Я упал в обморок, но меня не стреляли. Потому что у меня просто пустая кровь. Стоп, где я М-ку-то выбросил? Что за бред? В обмороке. Да, я понимаю, но я не понимаю, где это место. Блядь, ну где она? Она же тут валялась. Блядь, ну без М-ки я выходить не собираюсь. Ну, блядь, ну блин, ну где М-ка-то? Ну, я так бежал, ну куда я ее мог бросить? Как меня бесит эти обмороки, вот реально. И что мне получается теперь делать? Мне надо выкладывать все вещи в куст, помирать и бежать сюда новым персонажем днем и искать все остальное. Получается, это единственный у меня вариант. Охуенно сейчас будет не было. Короче, готов, сейчас мы с тобой побежим. Я скинул все в елку, вроде запомнил в какую даже. Возрождаюсь. Так, ну в общем-то, ребят, мы все сохранили. У нас, нам удалось сюда добраться, да, вон на красной еде, на тоненького мы сюда добрались. В общем-то, вот, Блейз есть, все есть, но М-ку я так и не нашел, я максимально долго искал. Сейчас мы с Гохой пойдем в Форзу, а я, типа, хочу записать... Точнее, посмотреть запись, где я мог еще уронить М-ку последний раз, когда у меня в руках она была. И я сейчас еще раз пробегусь до туда, еще раз проверю, потому что мало ли, вдруг я просто ее уронил раньше, и зря я ее еще на газоне сейчас. Ребят, теперь смотрел запись и нашел М-ку. И нашел М-ку, ребятки. Нашел. Следующее включение сразу же после того, как я нашел М-ку. Это следующий день. Но я более-менее спокоен, потому что у меня есть М-ка. Когда у меня в руках она, я прям максимально спокоен. Я с нее просто валю всех подряд. И, кстати, рюкзак сейчас прям в тему. Я слышу оленя, которого, кстати, я сейчас буду убивать. Занято. Не ори, блядь. Блядь, чуть не обосрался. Да пролазь ты, господи. Опа. А ты? Где мы твои вещи забирали, дядя? Издеваешься? Mm. Еще одна тундра появилась. В том же месте. Человек с оружием. Мосинг. Вали его. Блять. Чего? Не говоришь, что умрешь? Нет, наверное. Ты там лучше выживи, нам сейчас в центр еще идти. Он пережил выстрел с дверки. Я слышал звук. Пойду на него сейчас. Пау! О, у него две бутылки воды, это то, что надо. Так, я вышел на какую-то опушку. А, я мертв! На трупе прям. Чувак с глушаком меня пошел. Заправка, да, левее дом. Левее дом от заправки, левее. Левее от дома, ну, то есть, вот, вот, да, да, да. Он был за моей спиной, то есть, вот, либо в кустах там где-то, либо что-то. Как дела? Ты меня испугал. Настолько прислушиваюсь. Да никто не пришел твой труп лутать, всем похуй на него. Блин, ну вот так я его точно не упущу. Выстрел! Близко ко мне. Короче, выстрел был с чего-то типа Блейза около меня в том доме. Я пойду смотреть. Ебать, там стреляют, где... Ебать тут! Вижу чувака! Не попал. Перезаряжаюсь. Тихо. Меня убили. Сука! Ну я очень косой. У меня было столько шансов его убить, ты видел, не знаю, не видел, наверное. Я слышал, наверное.